Взрыв на судоремонтном заводе в Петербурге произошел, скорее всего, из-за нарушения техники безопасности при проведении сварочных работ. Таковы предварительные результаты расследования ЧП, в результате которого один человек погиб на месте, еще шестеро получили травмы. Все случилось утром на Северной верфи. Люди услышали сильный хлопок на алжирском военном корабле, который проходит модернизацию. Как выяснилось, работы велись в машинном отделении. Поскольку пожара не последовало, ущерб, нанесенный кораблю, оценивают как незначительный.